вашему драгоценному вниманию волшебная тема октября и вопрос, примете ли вы ее и в каком процентном соотношении, читает Лора. Исцеление для Земли и ее обитателей. Тимус, коллектив вознесенных владык, Челленинг Даниэла Скрентона, 22 октября. Благословение. Мы, Тимус. Мы коллектив вознесенных владык. Мы здесь, сейчас, в этой передаче, готовые даровать планете Земля и всем ее обитателям исцеление. Мы передаем по этому каналу нечто большее, чем просто слова, и мы хотим, чтобы вы все осознали, что проходящие через нас целительные энергии предназначены для вас и для всех остальных, потому что каждый несет в себе какой-то груз, какую-то травму. Каждый человек на Земле нуждается в большем исцелении, и поэтому мы предлагаем целительные энергии, и мы приглашаем вас принять их в свои тела и в свои умы. Мы стремимся помочь вам открыть свой разум, чтобы вы могли поверить в возможность исцеления. Мы приглашаем вас разжать кулаки, снять все напряжение, которое вы удерживаете в своем теле прямо сейчас, чтобы вы могли принять предложение нашего исцеления. Мы приглашаем вас увидеть, что вы уже исцелились. Настройтесь прямо сейчас на то, каково это для вас. Приветствуйте любую помощь, всю поддержку и все ресурсы, потому что все они приходят к вам. И их могут получать те, у кого открытый разум, открытые сердца и распростертые объятия. Помните, что вы здесь для того, чтобы испытать все это. Вы здесь для того, чтобы испытать, как вам причиняют боль. Вы здесь для того, чтобы испытать, каково это, когда вы испытываете эмоциональную боль, физическую боль, психологическую боль. И вы здесь для того, чтобы испытать исцеление, освобождение от того, что вызвало эту боль. Вы здесь для того, чтобы испытывать радость, соединять физическое с нефизическим, осознавать, кто вы есть на самом деле, оставаясь в своем физическом теле. Вы здесь для того, чтобы возвысить самосознание себя и других. И когда вы получаете исцеление, у вас появляется нечто большее, что вы можете дать тем, кому вы здесь служите. Итак, это служит вам для исцеления. И это служит всем остальным, что вы получаете это исцеление, эту энергию, которую мы прямо сейчас передаем на планету Земля из 12-го измерения. Всякий раз, когда вы получаете это сообщение, вы можете получить исцеление. Это сообщение не привязано ко времени. Передача будет завершена, когда вы ее получите. И под вами мы подразумеваем всех вас. Отдыхайте, расслабляйтесь, пейте много воды и осознайте, что к вам постоянно приходит огромная помощь свыше. Это никоим образом не ограничивается нами и нашими передачами. Мы приглашаем вас сейчас не только прочувствовать это, но и вдохнуть это до самой вашей корневой чакры, до самых подошв ваших ног. Вдохните, вдохните его в сердцевину Матери Земли. А теперь пошлите полученное вами исцеление туда, где, как вы знаете, оно необходимо больше всего. И верьте, что это произойдет. Верьте, что вы уже исцелены.
и что ничто не мешает вам жить полноценной жизнью, полученной радости, любви, покоя, творчества и волнения. Мы поддерживаем вас в тех начинаниях, в которых вы больше всего хотите участвовать, и мы знаем, что сейчас вы можете полностью отдаться тому, что собираетесь делать дальше. На данный момент это все. Мы – Тимус. Мы – коллектив Вознесенных Владык, и мы всегда среди вас.